Юрий Антонов долгое время мучился от невыносимой боли и, наконец, отстрадал свое. Прощание уже состоялось. Несколько лет певец Юрий Антонов мучился от страшных болей, которые сводили его с ума. Мужчина неудачно подвернул ногу целых 3 года назад, в результате чего у него случился разрыв мениска. Юрия Антонова отправили в больницу, где в срочном порядке прооперировали. Более 3 часов хирурги орудовали скальпелем, чтобы заменить коленный сустав на новый. Певец после признавался, что испытал болевые ощущения невероятной силы. Оказалось, что пусть за его ногу и боролись российские врачи, их труды не увенчались успехом. Антонов так и не смог ни оправиться от полученной травмы, ни избавиться от боли. Не помогли, впрочем, и австрийские докторы. В начале 2022 года проблемы Юрия Антонова усугубилась, началось обострение. Отстрадавший свое певец решился на крайние меры. Он решил закончить свою старую жизнь. Временно уехал в Европу на лечение. «Нахожусь за границей, обошлось без операции», — поделился певец. Так что россияне ненадолго простились с Юрием Михайловичем, который, мы уверены, вернется в Россию и порадует всех поклонников крепким здоровьем. Ведь именно оно важно для того, чтобы Юрию Антонову, как и любому другому творческому человеку, хотелось творить.